Макет взрывного устройства пронесли подростки в Костанайский торговый центр. Они хотели испугать самодельной бомбой своих друзей. Шутку один из приятелей не оценил и сообщил об опасности охране ЦУМа. Охранник сообщил полицейским, что к нему подошел один из подростков, который рассказал ему, что у двоих подростков несовершеннолетних в рюкзаке находится самодельное взрывное устройство. Это устройство оно состояло из лампочек, проводов, батареек и так далее. Все это было собрано, ну как бы просто предположительно, ну скорее всего это вот напугать. Такой макет можно было с легкостью спутать с настоящей бомбой. На первый взгляд выглядел он очень реалистично. Шутникам повезло, что информацию сначала проверили оперативники и вызывать экстренные службы не стали. Иначе родителям грозил бы миллионный штраф, а подросткам даже статья за лжетерроризм. Помимо внушения, подростки теперь под контролем инспектора по делам несовершеннолетних. За последние 3 года в Костанайской области зарегистрировано 5 фактов заведомо ложных сообщений об акте терроризма, совершенных несовершеннолетними. Все они раскрыты.